Компания «Сантехгаз» уже более 20 лет активно развивается на рынке инженерной сантехники. За это время она стала одним из лидеров в числе перспективных предприятий Юга России. Компания имеет собственные торговые марки «Риспа», «Термодизайн» и «Полипром». Занимается изготовлением бойлеров косвенного нагрева, буферных емкостей, электрических отопительных котлов, гидравлических разделителей, полотенцесушителей, коллекторных шкафов и другой продукции, которая получила высокую оценку на региональном уровне. Мы трижды становились лауреатами конкурса в области качества «Сделано на Кубани». В ноябре 2022 года мы получили этот знак качества за представленную продукцию, а точнее за бойлеры косвенного нагрева, полотенцесушители и гидравлические разделители. Продукция компании не зря отмечена почетным знаком. Она соответствует высоким стандартам и проходит обязательный контроль качества, имеет сертификаты и обеспечивается гарантийными обязательствами. В производстве используется высококачественное сырье и комплектующие российских производителей. Руководство предприятия прилагает много усилий, чтобы не снижать планку. С каждым годом мы повышаем автоматизацию производственных процессов, приобретаем новые станки, оборудование, в том числе и российского производства. Мы уделяем большое внимание повышению квалификации нашего персонала, а для этого на постоянной основе они проходят обучение, проводится аттестация сотрудников в учебных центрах. Объемы производства компании постоянно растут. Только в этом году они увеличились на 30-40% по сравнению с 2023-м. Росту престижа продукции способствует и знак качества «Сделано на Кубани». Он повышает доверие покупателей. Мы действительно гордимся своей продукцией, качеством нашей продукции, потому что мы заняли позиции рыночные не только на юге России, но также мы ведем плодотворное сотрудничество, долгосрочное у нас с заграницей, скажем так. Да, это Казахстан, это Белоруссия. Это, я считаю, довольно-таки хороший знак. Да, и показывает наш профессионализм. Компания «Сантехгаз» не собирается останавливаться на достигнутом. Она будет участвовать в конкурсе и в этом году, а также продолжать развитие производства. Влада Волошина, Федор Факиров, служба информации, телерадиокомпании «Вита», Армавир.